12 февраля в 17 часов 58 минут диспетчеру пожарной части города Нефтекамск поступило сообщение о том, что по адресу улица Ленина, дом 7, в подъезде дым. В ходе разведки было обнаружено загорание пластиковой канализационной трубы и мусора. Пожарным подразделением было эвакуировано 27 человек, из них 8 детей. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. В тот же день в 22 часа 8 минут поступило сообщение о том, что горит автобус по адресу город Нефтекамск, улица Трактовая, 16. На момент прибытия подразделения было обнаружено открытое горение автобуса ПАЗ-3205. Имелась угроза распространения огня на соседние автобусы. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – аварийные токовые явления. В результате пожара огнем поврежден автобус ПАЗ-3205.